Друзья, здравствуйте! Прибыла новая порция красоты под Новый год. Приехали цветущие котлейки. Это красавица с огромным цветком, просто вот нечто. Это пинкомпресс, такой вот большой красивый куст. Там, правда, уже отцветающая доехала. Чиолинь красная. Но у нее название другое. Это у нас... Сапрасарт. Они пока тут все вместе. Такая красавица. Энциклия. Это у нас цветущие большие кусты Анклео. Это именно она, такая рюшистая дама. Такая же. Вот они, кусты ее. Здесь тоже красная, типа чиолинки. Название читала. Тоже еще одна Анклео. Вот здесь вот такая красавица, просто с потрясающей губой. Вот видео не передает, она вся переливчатая. Здесь белая с рюшами. Конечно, пока не доезжают, они отцветают. Но все равно виден сам цветок. Что у нас тут еще? Элизабет Хёрн доехала. Красивая. У меня она цвела. Цветок потрясающе большой. Ну, сейчас я котлеек немного взяла. Все-таки зима впереди. Но все равно радует. А еще хотела показать очень красивый сорт. Его используют в гибридах на амазинг. Это сорт называется. Сейчас это бирочка от него. Вот он этот сорт. А вот она, эта красавица. Просто потрясная. Вот, с огромным цветком и вот с этой развернутой губой. Это просто нечто вживую. И такие котлеи, как обычно, они все равно даже в Таиланде очень дорого стоят. Даже с фирменной бирочкой. Ну, красавица. Даже вот, когда мне фотографировали, она не была настолько красивой. У всех котлей шикарные кусты. Конечно, чем я их очень люблю, потому что купил кустик, и следующий рост у тебя уже 100% цветет. И никаких танцев с бубнами. Как, например, котлей из заказов. Иногда приходится ждать долго. Это уже показываю котлейки, которые я присадила. Это было получение где-то месяц назад. И вот она пришла с новым ростиком. Этот новый не ростиком, а чехлом. И в чехле уже растут бутончики. Здесь тоже из другой котлейки тоже бутончики вышли. А теперь по ходу их. Как я их присаживаю. Я ничего не делю, не вытаскиваю. Вот так вот беру горшочек. Ставлю туда эту котлейку. Это синяя, я улиточек насыпала, потому что надо все равно обрабатывать. Они с ними приезжают. И фиксирую корой. Здесь коры у меня мало. Но я сейчас покажу котлей уже, которые еще давнее я получала. Вот они. Например, здесь вот видно уже, что котлейка пускает новые корешочки. Красивые такие. Вот люблю я их. Здесь у меня медуза. Уже не моя. Ай, упала. Тоже можно видеть, как она пускает новые корешочки. Вот еще такие же большие кусты. Все прикопаны. Котлейка прикопана, вставлена кора. Поливаю я ее только на пролив. Ничего не замачиваю. Растут замечательно. Вон там даже бутончики новые. Вот они, все эти котлейки с Таиланда. Красавицы. Здесь еще немножко. Осталось это с прошлого получения. Вот видите, как их нужно присаживать. Потому что очень многие, кто даже с Таиланда привозит котлей, они ее вытаскивают из горшков, и потом она у них гибнет.
Конечно, так делать неправильно. Это самый лучший способ в любых квартирных условиях, тепличных, каких угодно. Вы ее не трогаете, не тормошите. Она вас радует следующим ростом цветения. Ну, вот такой. А, кстати, у меня еще тут приехали леукохилумы. Темные красавцы. У кого-то лучше цветочек приехал. Кустики супер. Ай, упал. Упал. Ну, видно. Сейчас, наверное, присажу горшочек. Что корневая просто завернутая была. Лапочки. А, еще тут у меня есть бульбашек. Цветущий. И у нас здесь синили дендробиум. У него такие лаковые цветочки. Такие вот лапуськи. Ну, вот такой вот краткий обзор. Спасибо за просмотр. Надеюсь, информация была полезная. Еще покажу тут красоту. Пока-пока.